все английские предлоги, часть 33. Предлог inside. Inside переводится внутри. Итак, например, он внутри школы. He is inside school. He is inside school. То есть, если мы с вами скажем «он в школе», то надо помнить выражение «at school», «to be at school», «he is at school». А если мы хотим подчеркнуть, что он внутри школы как здание, мы говорим «he is inside school», «he is inside school». Например, «он внутри здания», «he is inside the building», «he is inside the building», «he is inside the building». Next. Ну, такой, например, наивный вопрос. Where do you keep your money? Где ты хранишь свои деньги? They are inside the safe. Они внутри этого сейфа. You can have a look. Ты можешь посмотреть. You can have a look. You can have a look. Далее. Например, ключи в моем пиджаке. The keys. Внутри моего пиджака. The keys are inside my jacket. The keys are inside my jacket. Ну, а опять же, на самом деле, обычно мы говорим inside внутри какого-то помещения. Также мы можем просто сказать, например, иди вовнутрь, go inside. Go inside. Или, например, также выбирается и в таком контексте. Я знаю это глубоко внутри. I know it. То есть на уровне глубоко, то есть сердце меня чувствует. I know it deep inside. Я знаю это глубоко внутри себя, в глубине души. I know it deep inside. Итак, смотрите, he is inside school, he is at school, he is, да, не знаю, поставить, he is inside the building. И можно уточнить просто, не просто he is inside school, а внутри именно этой школы. The article. Значит, еще раз. He is inside the school. He is at school. He is inside the building. Вопрос. Where do you keep your money? They are. Опять же, связка обязательно нужна. They are inside the safe. You can have a look. Ну, как вы понимаете, it's a joke. It's a joke. And then, the keys are inside my jacket. Также просто inside. Go inside. И, например, в глубине души. Deep inside. I know it deep inside. Ну, вот такой замечательный, вот такое замечательное слово inside. What a wonderful word at inside.